Ты не хэк, а я работаю, ёлки-палки. Да не, я шучу. Это не я, это все Рома, оператор. Ты посмотри, обалдеть. Так, чтобы, как это, аккуратненько не ругаться. Ребята, всем привет, с вами я, Скрипов Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, сегодня будет такое видео, что вы таки упадете. Я вас умоляю, присядьте, короче, или лучше себе подстелите. Приготовим вкуснейшее мясо, что-то там будет еще, какой-то там салат. Обалдеть, готовим на природе, а это что? А это будет по-любому вкусно. Даже если мы что-то туда забудем добавить. Обалдеть. Я в шоке. Оператор, ты что, замерзла или нет, это? Нет, я слушаю тебя. Да хотя бы поздоровайся. Ты просто мне всегда говоришь, чтобы я тебя не перебивала. Вот я и слушала тебя, понимаешь, Сережка? Ну, перебивай иногда только или как. Ну, здороваться можешь даже не спрашивать. Угу. А дальше, когда я буду дела серьезные говорить, а то меня не перебивай, елки-палки. Ты слышишь, там что-то тоже происходит. Ходит кто-то. Ребята, это вот все те люди наши замечательные, я снимаю шляпу перед нашими уважаемыми подписчиками, которые смотрят нас за любое видео. Там барахолка, привоз, еда, бла-бла-бла, еще и стройка. Ребята, вы таки в курсе, что мы долго искали плиточника, и он оказался нашим подписчиком, вот такой парнишка, мужчина, в рассвете сил. Идем аккуратненько познакомимся, Серега зовут, говорят, что лучше таки в Одессе. А я за это верю, потому что у нас самые лучшие подписчики. Где бы ты ни жил, ты в любом случае одессит. А если одессит, то по-любому хороший ты человек. Ты тут не выйдешь. Окно, дверь закрыта. Как это? А вот так это. Ручка открыта. Сергей, ты не выйдешь. Ты же видишь там наверху подпорочка специальная? Не, подпорочку вижу. Я вижу, что вот это, почему ручка открыта, если дверь закрыта. Вот так вот? Ладно, узнаем у Ромы. Может, я там кого закрыл, допустим, через другие двери. Друзьяки, вот это вот все, вот эти короба, потолок, вот эти красивые шикарные стены, это все делает Рома. Угу. Там кому интересно, пишите комментарии, я дам его контакт. Хороший парнишка. С виду мне показался слегка медленным. Но это знаете, когда люди вот так вот впечатления, молчаливый, тихий, вот как я, только наоборот. Но работает. Фу-фу-фу. А? Катюня, аж звук появился монолитный. Обалдеть. Это все он один. Потихонечку, красивенько, ровные стены. Видно, что человек кайфует от того, что делает. Потолок я хотела не трогать, но он там увидел маленькую трещинку и сказал, что ему Катюня, нужно... так надо, потому что делается навеки вечные. Елки-палки, да. Я уже в своей жизни не планирую здесь ремонтом заниматься, поэтому делаем раз и навсегда. А все остальное, что нам там боженька отвел, будем жарить карася. Смотри, кто там выглядывает. Мама дорогая, а я думал, что ты открыл себе свой канал и уехал от нас. Любчик, случился, боже мой. Марат, туалет, ванна, располагайся. Короче, друзьяки, Марат, а у Марата для вас? Ага. Да, а хотя нет, чего, раз уже ты в гостях, зайди. Зайди, покажи, как выглядел туалет и как спасибо Роме и Сереге он будет выглядеть в дальнейших видео. Не, люди встречают нас вот так вот. Говорят, Липованчик, снимай, пожалуйста, застройку. Мы тоже люди интересные и нам это пригодится. Ребята, короче, это надо чем-то вскрыть. Грунтовка называется, Сергей. О, угу. Короче, есть вопросы по стройке, так не, я что-то вообще в этом не волоку, она у меня все знает. Вскрыть, намазать, вставить, задуть, наклеить и можно жить. Идем, Катюня. Я так долго говорю, что аж проголодался. Идем, Серегу покажем. Это лучший плиточник во всем Гросслебентале и в Одесской области. Серега, передай себе привет. Да аккуратненько, елки-палки. Это ж, ты же сам себя еще и смотреть будешь. Иди покажи. А Рома вообще не поворачивается. Рома, Рома, и ты мы за тебя уже привет. Сказали. Короче, да, просто, ребята, вот тебе Рома, вот тебе Серега. Как это, и смотри, не перепутай. Катюня, глянь сюда. Что, да? Я все знаю, мы тут уже все с Сережей обсудили. Хорошо. И вот там вот сюда? Везде все обсудили, там я вообще Сережа. Не понимаю, тебе как это не должно... Тебе не надо понимать, иди жарь мясо. Серьезно? Ага. Вы просто будете меня тебе удивлять? Будет хорошо. Тебе повезло с женщиной. Зачем такие спешки? Все будет хорошо. И дамки выйдут пешки. Все будет. Шумигам и дождички пойдут по четвергам. Я же слова забыл, Серега, с тобой. Короче, запомни. Я? Как это было? Да не я, людям покажи. Ты. Ёшкин ты кот. Катюня? А. Я, наверное, этот. Серега, ты плиточник хороший, нема оператора хорошего у тебя? Лишнего. А
оператора. Да, оператора. Ой, иди уже. Надо ее на покой, короче, елки-палки. Тут такие кадры, надо скажи себе, Серега, это девочки не очень там, или чтобы тебе не было видно, чтобы это все надо было показать. Катя, а мне не нравится, как ты снимаешь струйку в моем лице. Это я уже многим надоел. Тебе, как это? Покажи, себе запомни, детям будешь показывать, как было, как будет. Вот она нудная, ну я в баню. Ну, любимая. Все, пошли. Ой! Чуть не грохнулась. А в гипсокартон? Да. Катюня, с Ларисой Седой. Что? Это нам все сегодня не пригодится. Ты шо? Мы с Маратом Поляну придумали. Теперь у нас есть... Там ничего не сажать. Ни картошку, ни гортензии, там, ни укроп, ни петрушку, ничего. Здесь будет наша поляна. Ребята, благодарочка. Тоже наши подписчики такую радость подарили. Ребята, я вам сегодня покажу, вы кайфанете. Кому там вдруг заинтересует, долго говорить не буду. Вот их инстаграм, и там под видео я оставлю контакты, как с ребятами связаться. Обалдеть! Я такое раньше видел по телевизору. Ты шо? Ты посмотри, мангал ручной работы. Сегодня исполним мясо, пожарим что-нибудь. А Марат сказал, Серега, я под это дело придумаю гарнир. Самый лучший салат. Есть у него название? Салат туна. Салат туна. Так его называют в Израиле, да. У него много интерпретаций, но я сегодня классику исполню. Замечательно. А я по классике пока не забыл, только что увидел. Мы начинаем. Мараджан, твое здоровье? Да. Понеслась. Супер израильский соус, это я могу рассказать. Марата любимый. Он американский, но привезен с Израиля. Хреновый. Соус, да, из хрена. Да. Самая вкусная вкуснятина. А его нельзя в твой салат почмякать его вместо майонеза? Или там именно чисто должен быть майонез? Нет. Ты сразу расскажи людям, вдруг кто не услышит или не захочет до конца смотреть, что идет в твой салат. Хреновый соус, стоять спокойно. Смотрите. Кукуруза консервированная. Туна консервированная. Все очень просто. Яйца вареные и соленый огурчик. Лучше соленый. У нас сегодня есть малосольный и маринованный. Но соленый, на мой взгляд, лучше. А сегодня... Немножко майонеза, красный лучок и все. Ага. Катюня сегодня едет на закупку, я ее догоняю, показываю. Катюня, купи, говорю, маленькие огурчики. Ага. Но она меня услышала буквально и купила маленькую баночку. Все отлично, я не подойду. Что значит тоже маленькую огурчик? Так это какие? Это огурчики? Корнюшоны. Ну, маленькие огурчики. Катюня? А. Маленькие огурчики, покажи маленькие огурчики. Смотри. Ну, это огурцы. Это огурцы. Вот у меня маленькие, а это большой, а то корнюшоны. А, так надо было как у тебя. Маленький огурчик. Я почти не ошибусь. Эх ты, ладно, короче. Ты пока... Не стыдно тебе? Ну что, уже пошутить нельзя, Сережа? Ребята, я за другое, если что. Просто у меня здесь отдельный сорт моих огурцов растет, и там всегда вот такие красивенькие. Эх ты. Так я понял, кто теперь в нашей компании пошляк. А знаешь почему? Я вот так шучу. Вот знаешь почему? Почему? Там у тебя очень много поклонниц, Сережа. Ай-яй-яй. Ой, она что, видоизменилась? Кто? Это... Нет, Славик еще одну подарил. А-а-а. Теперь у нас две турочки. Одна незабываемая печка. И что еще? Марат, у нас срочно появился тажин. О, есть рецепт из этажа. Я знаю. Да. Курочка с картошечкой по-еврейски. Все, что хочешь. Слышишь, тут любая курочка в этом тажине уже становится по-еврейски. Покажи, зовут Вячеслав, вдруг кому надо, ребята. А многие уже... Марат, ты знаешь, сколько людей уже печки все такие захотели? Да я знаю, что у него там уже очередь. Не просто очередь. Мы были на барахолке, зашли к нему, он говорит, Серега, что у тебя за очки такие интересные? Твоей дочки. А, она на меня одела. Ё-ма, а я думаю, сколько живу, елки-палки, тебя в таких не видел. Думаю, что такое это, Элтон Джон к нам заехал или что? Так что в тажине мы тоже что-то обязательно приготовим. А я знаю, что хочу. Что? Вот, чтобы туда картошечку, кусочек какого-нибудь мяска такого, нежирного, сверху вот сыром таким затереть. И чтобы это было вот такое вот... Есть идеальный рецепт нутрия в таджине. Марат, ну вот от вас я этого не ожидала, Марат. Один поет, второй... Все сказали? Нет, я хотел спеть, но понимаю, что опять мои песни никому не надо. Так, это я убираю. Тебе интересно? Да.
Слава Богу, ти мой любимый сын. Ух ты шо, Марат Джан, готово? Кофеечек. Так, шо я здесь, блин, он такой маленький, такой красивенький, шо прямо кайф. Очень классно. Маратик, надо сюда кочергу приобрести, что-то такое, понял? Какую-нибудь такую. Пока из подсобных нет, ни винтажную, да, ни крученную, вот такую, ни медную, Катенька. А удобную. Да успокойся, ёшкин. Ну а ты считаешь, что вот та не может быть и удобной, и красивой? Я пока... Когда у тебя там будет камин, угу. Вот там вот будешь делать. Здесь надо практичное, хорошее, длинное, из какой-то там... Хорошо, главное, что у меня там арматурины. Я что хотел сказать, из винтажного, когда жарко... Ты видел, что я на барахолке... Видел. Прикольно. Выторговал. Опахал. Ёшкин, о, а ну-ка помаши мне. Вот так вот. Так будешь меня будить с утра. Катюня. Это не для тебя, это для мангала, ёшкин ты кот. Раздувать огонь. Смотри, не спрожги. Нет, ты шо, агрегат, скажи. А ты знаешь, Серёжка? Шо? Вот я была против него, но он на самом деле красивый. Очень. Ты молодец, что ты его купил. А так? Павлин, да. Катюня, а так? Павлин, мавлин. Да. Иди, я сзади помашу тебе. Что, файный? Файный. Я ей говорю, короче, давай купим. Мне не надо, дорогой. Ну, я договорился. Ульяна, я начинаю аккуратненько бояться. Ёшкин такой, ты что? Смотри, только солнышко не исполни. А как вы до этого дошли? Елисей придумал. Я сама попробовала залезть. Я аж замерзаю, когда такое вижу. Попробовала залезть, Дотя, и аккуратно. Попробовала. Как я там научилась. Да. Держись только крепко. Ого! Это что он такой вот? Эй, здесь 5 отделений. Помимо всего этого, смотри сюда, что здесь еще есть. Смотри, какой агрегат. Сейчас кайфанешь. Так, вовнутрь хлобысь. Встал. Маратик, 4 защелочки. Давай, пока все это делается. Все, ребята, оно аккуратно, пока ручка не нагрелась. Смотри, что они придумали. Конструкция, которая сама переворачивает. Тебе ничего не надо делать, просто стоишь. Это фантастика. Песни поешь, согласен. Дастишь, фантастишь. Даже в Германии такого, походу, кажется, не очень-то а и ну нет. А ну еще разочек, покажи, как оно. Смотри, опача. Раз. И все, 180. Опача, 180. Марат, сколько там хорошее мясо выдерживается? Не говори. Это уже хорошее мясо, чтобы ты понимал. Вот то, когда мы были на базаре, оно до сих пор лежит. Все 3 шикарные стейка. Ёлки-палки. Еще у нас были купаты. И я подумал, почему не устроить сегодня банкет. Ты шо, на все деньги. А? И первый раз, короче, выгулять вот эту конструкцию. А, шикардос. Ну шо? Слушай, ты понял? Природа. Удобно, что регулируется весь этот момент. И ты себе... Мы прям как эти самые дикари. Чего дикари? Не знаю, такие космоны у нас тут. Да слушаешь, ты детей наши видела? А при чем тут дети? Ну а кушать это кто будет? Смотри. Шо усы у Марата, ты видишь? А ты поняла, что я только что переделал? Я когда закрываю, ребята, здесь конструкция такая, что она, получается, идет вот коническая. Здесь узенькая, а вот сюда можно и косточку сунуть. Смотри сюда. Раз, два, три положения. На какое тут бахнем? Смотря что засунешь, да? А вот такое давай. Пусть будет самое крайнее. Пружиночка. Смотри, как они сделали. Чпок. Зафиксировалось. Тихо, огурцы. Меня не трогать. Поднимаем повыше. Угу. На 5-е. Ты что? Так и руки накачать можно. Катенька, а оно не сложно. Ты поняла? И щипцы не нужны. Да. Ребзя, вы такие молодцы, сотворили шедевр. Ёлки-палки, ручная эта работа. Сразу видно, что хорошо. Прямо аж на адрес приехала. Братцы, земляки мои наши. Угу. Обалденно. Тоже почти липование.
Давайте. А представляешь, все креветочками забахать. А потом все курочкой. Вот так вот взять их табака, табака, табака. Набить. Или паргидом. Сделаем? Паргид очень будет прикольно, да. Забить полную эту. Чтобы именно дымело, шкварчало, и все в большой долине знали. Да. А если видели, что будет в Одессе, то будут знать, что по-любому это мы с тобой где-то что-то там отжигаем. Эх ты, и уголька шикардос. Ну что, давай, теперь можно, как это, и за салат послушать. Марат уже всем интересно, даже мне. Огурчики ты порезал мелко, лучок мелко, ты порезал мелко. Мелко. Хватит нам этого? А чего же не хватит? Почему мелко? Ну, чтобы было размером, как с кукурузы, ее же мы не можем мельчить. Воду, если что, он слил предварительно. А то скажут, да. Ребята, вам продали сухую кукурузу. Не. А мы готовим, короче, что? Из расчета на одну банку? Ну, примерно, да. Да нас же там много человек, да, готовь на одну баночку. Все. А может, я тут открою? Тоже слить. В чем бы он ни был, в масле или в собственном соку, как он у нас. Он нужен сегодня. Сухой? Он нужен не прям до последней капли. Марат. Но слить. Тихо, сейчас он что-то делает, потом я скажу. Лучок миленько-миленько, красненький. Огурчика мало, я еще добавлю, сейчас один порежу. А что, вот тебе маленькие не будут? А вкусный какой? Сейчас Катя. Я маленькие возьму. Да ты скажи, это она подумает, что это на самом деле так. Теми огурцами только закусывать можно, все. Смотри, Марат говорит, что тунец должен быть не вот тот пожеванный и плеванный, а именно красивый слоями. Марат, тогда дай какой это. Я не знаю. Ребята, он только что говорил другое. Ребята, говорит, вы опять взяли фуфло, и хорошего тунца вообще у вас нет. Говорит. Единственный тунец, который я пробовал самый вкусный, это был, продавался у меня в магазине, когда я работал в Израиле. Марат, ну ты уже давно не работаешь. Да. Поэтому успокойся. Все будет нормально. Та-да-да-дан, да-дан. Великолепно. Смотри, тут тебе и пожеванный, тут тебе и слоями. Все, не, как не, ты. Одним кусочком, видишь? Так хорошо, ты что? Ну хорошо, хорошо. Что, прямо две баночки? Да. Я ушел сливать. Угу. У нас есть куда сливать, у нас пока нечем смывать, понял? Так что, захочешь в туалет, ходите дома. У нас да пока, иди у нас пока уже, стройка. Об этом не обязательно всем знать. Там, если что, можно ведерко набрать, вот все как положено. Ба-ба-д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 а-
вкусные? Хорошие. Ну, я же знаю. Угу. Можно я тоже хочу? О, смотрите, какая тут штучка. А что это? Вы такое видели? А что это такое? Это типа вилочки, зубочистки, что-то такое, наверное. Я так думаю. Что-то интересное. Впервые такое встречаю. Хм. Прям головоломка. Угу. Оно не тянется, Марат. Может, это носить вот так баночку? Сейчас мы у знатока спросим. Так, это есть, это Сергей, есть. Ты нам нужен. У нас тут задача. Вадик. Сова бдит. Угу. Когда качаются фонарики ночные, скажи мне, и темной улице опасно вам ходить, я из пивной иду. Ты встречал такую банку? И я там занесу. А? Еще раз. Баночку встречал такую? Мы с Катей гадаем, что за вот эта штучка зеленая. Стеклянная. Сверху ты видишь там пластмасска? Вы знаете, для чего она? Нет. Сережечка, эх ты. Смотри, не у всех такие пальцы сосиски, как у тебя. Ну. Мы дергали за нее, она не дергается. Вам не надо дергать, вам надо немножечко приподнять. Ну, мы приподнимали. И что? Ну, не приподнимается. А, вот, приподнимаешь и достаешь огурцы, понял? Да, 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 вот, видишь, как вот, потихонечку. Чтоб ты там свой маникюр. Не поустал. Многие же думают, что помимо того, что не у тебя красивый, так ты еще в носу ковыряешься, понимаешь? И после тебя уже никто не захочет в баночку эту лезть. А так ты себе приподняла, жижа остается там вот, а огурчики а здесь. А ты такое где-то встречал? Я ты впервые шо? Вижу. Ты не позорь мне. Хм? Ребята, точно так же мелко. Болгарский перчик. Смотрите, что касается пропорций. Я всегда делаю так. Больше всего должно быть туны и кукурузы. Все остальное чуть меньше по количеству. Абсолютно на глаз. Не пора нас, тут поворачивать? У нас есть вилочка, Сережа. А ложечка что, не? Ну, у нас есть и вилочка. Я хотел, чтобы ты чуть-чуть разрыхлил туночку прямо в баночках, прежде чем засыпать.
красавчик. Тогда чего ж мы искали вот целую? Вот так вот надо. Вот так вот не больше? Не, все. Выгребать? Угу. Катюня, ты пробовала, это вкусный тунец? Нет, я не пробовала, но Таня сказала, эксперт, что попробуй. Хороший. Угу. Это всегда те люди, которые что-то либо продают, нет, всегда нет. Будут говорить, что это хорошее. Нет. Вкуснячий? Очень хороший, да. Марат, мы взяли лучший тунец в Одессе. Что мне сделать надо будет? Ну, сейчас. Кого? Тунца? Яйца. А, вот это? На вот это? Да. Или на помельче? Не, на вот это. Что, пора? Пора что? А, пора послать. Ребята, ловите по аромату. Вы не понимаете, как это от мангала пахнет. Ты что, если бы я жарил просто даже эту решетку без мяса, это уже бы было бы феноменально. Катюня, приготовься. Та-дам! Ух ты! Ух ты! Обалдеть! Обалдеть, обалдеть, обалдеть. Ты посмотри, как оно живет, красиво запечатывается. Вообще, что с ним происходит? Ёшкин ты кот. Сосисочки-то упругенькие. А? Красота. И что самое интересное, да, ты поставил и забыл, где идешь, короче, делаешь салат, массаж, жене, что угодно, и не переживаешь, что с этим что-то случится. Но я не могу съесть на это мясо. Ребята, я вас вот просто понимаю, что вы смотрите это видео, и у вас там везде течет. Сам имею такое счастье. Да. Массаж делать? Слюновыделение. О. Тебе что, нет, а так сразу, елки-палки? Ага. Марата там красотуля проснулась. Это не у Марата, это Марат, она тоже проснулась на эти ароматы, потому что ветер подул в ту сторону. Ага. Да. Вот такой несложный салат, да? Да. Две консервы, три яичка, все. И тебе даст любая лисичка. Номер телефона. За такой салат. Что? Просто слушаю, что ты там говоришь, непонятное такое. Рифмы кулинарные, что? Ага. Та ты шо, та ты шо, та ты шо, та ты шо. И шо? Я знаешь, что вспомнил за этот салат? А помешать, а посолить, а майонез? Ты сам? Можешь, пожалуйста. Чего вы вспомнили? Подожди, а ты... А мне в Израиле Давид как? Сам? Сам. Серьезно? Он очень вкусно готовит. И готовит, да? Да, и жарит, и парит, и варит, все делает. Прям как мой Сережка. Ага. Так что будущим невестам на замет. Миланька, ты проснулась? Заезжай, солнышко, сюда в тенек, будешь с нами готовить. О, прямо, прямо на поляну. И шо? Эй, как тебя поставить, чтобы тебе было видно? Шикардос? Смотри. Мадам, чай, кофе, салат, в конце концов. Воды или просто в рынду. Дети, это звук для вас, для всех. Их ты. Что? Да для детей что? Оператор, что это? Богомол? Угу. Марат, ты что салат приготовил? Ёлки-палки, что аж богомолы сбегаются? Обалдеть, какая вкуснятина. Ага. Они на мясо. На мясо идут? Смотри, у него и на попе что-то шевелится, и во рту. Не понял логики, но пошли. Ну посмотри, вон сзади. Шевелится? Да, что-то там у него. Ну близко не подходи, а то скоро узнаешь, что у него там шевелится. Что-то ты, как это, не знаю, по природе у него там. Ой. Что-то там висит. Прям как ваши яйца барани. Какие? Началось в колхозе утро. Маленький. Я уже не знаю, что говорить с этим. Успокойся, мы уже зареклись больше в жизни тебе. Даже если ты попросишь, мы тебе их не приготовим. Можно попросить, чтобы это была последняя шутка? А уже... язычки были вкусные. Нифига. Да. Ни языков, ни яиц, ни печенки, ни деликатесов, ничего тебе не будет. Ой, давай, Марат, за это выпьем. Еще скажи, и кофе с утра не будет. И кофе не будет? Да. И все из-за яиц. Марат, Марат, пьем за яйца. Я сегодня утром глаза открываю, гуськом заходит. А у нее яйца перед глазами, понял? Ульяна с соломкой, Елисей с сухарями. А сзади Сережа с Меланией на руках, с такой досточкой, и там у меня кофеек, малинка, ягодки, сырочек. Люблю ее. Да. Да. Угу. Так приятно.
А она ворчит и ворчит, ворчит и ворчит, ворчит и ворчит. Марат, что осталось в этом шедевре, в деревянной тарелке сделать? Заправить майонезом. Но, ребята, тут такой нюанс. Майонеза должно быть минимальное количество. Вот майонез здесь больше не для вкуса, а для того, чтобы связать все ингредиенты. Минимальное количество. Маратик, ты говоришь, короче, майонезика чуть-чуть, да? Немножко. Вот чисто, чтобы связала и перемазала. Маленькая ложечка? Вот такая и еще половинку. Тю, я думал, этим обойдемся. Ладно, давай вот так вот. Как на хороший заморский оливье. Ой-ой-ой, давай, я с удовольствием. Ты что, это же приятно мешать? Ты что там копытами поосторожнее? А уже у меня слюни потекли, поэтому... Так что? Да-да-да, я на низком старте. Ноги буксуют. Катюнька, если не хватит салата, мясом полирнешься. Там такие три стейка. Кстати, Марат, уже сосиски шипят и говорят, что надо это все дело снимать. ЙОБВГД, обалдеть. Не надо. Ни сахар там, ни соль, ничего. Здесь, как ты говоришь, все самое достаточное. Кто-то любит, может, немножко остроты, можно перчика черного, но я вот в таком варианте люблю. Без все. Ничего. Кукурузка сладкая, огурчик соленый. Если с огурцами соленый. Мы угадали по количеству, то тут соли даже тоже не надо. Я красиво мешаю? Очень. Тебе нравится? Филигранно, как говорит Марат. Экзамен пройден? Пройден. А зачем вот это делать сейчас? Вот это лишнее. Марат, он же должен Марат, скажи, быть пушистым, красивым. Если мы вот это сейчас, вот как он сделал, перевернем вот так вот на блюдо, то получится красивая форма салата. Ребята, может, он для этого это делает? Нет. Нет, вам... он просто любит вот такое вот намазать и... Все. Кофе в постель на 2 недели закрыто. Он мне дома никогда такого не говорит. Оставь эту грушу, пожалуйста, она не для этого нужна. Ульяна. Вот так вот, короче, все этим занимаются. Я вот это вот делаю всегда, чтобы вот так вот прижать и везде этот мазик по всем чтобы этим полостям, да, по этим дырочкам растекся. А вот теперь убери свои руки отсюда, пожалуйста. Держать? Не надо, и ты свои убери. Все. До свидос, елки-палки. Поняла. А вот теперь, да, чтобы вы оба не умничали. А, Марат, вы поняли? У него своя система. А посмотри, как это технология. Красиво. Катюня, а ты же не догадалась, когда мы с тобой тут познакомились? Что я тебя к кровати прижимал? Почему? Почему? Так, прижимать или лежать? А потом сбивал, да, вот так вот? А потом сбивал, сбивал. А потом опять прижимал. А потом опять прижимал. Марат, что, открываем? А ну переверни, давай. Опа! Ничего себе, у тебя красивее, чем у меня получилось переворачивать. Обалдеть, как красиво. Сосисочки изымаем? Изымаем. Тарелочка имеется? Я думаю, мясо тоже уже на подходе. Да ты что? И мясо мы сейчас все уже снимем. Смотри, короче, снимать надо с этой стороны. Опача. Да-да-да-да-да. Держи тебя, да? Я что? А хлебушек? Для греночки? Да я понимаю, что не просто так. Так мы, получается, уже все? Получается, что да. Ага. Так, там, дубль кадр сосиски. 48. Ага. Так, опача. Марат, сосисочки готовы? Ты шо? Не, а какие плоские. Как там, на лицо ужасные плоские внутри. Обалдеть, какие красивые. Ёшкин ты кот. Ты шо? А? Очаровательно. А мясо я вообще не знаю. Смотри, и не прилипает, понял? Может вот так вот сделать, небольшую себе, но легкую решетку? А? Как на гриле, думаю, да? Думаю, надо взять ножичек, попробовать. Я думаю, оно тоже готово. Ну, по мне так точно готово, но так как а давай, видите. Маратик, мы аккуратненько... аккуратненько, немножечко. Попробуем сосисочку. И пока мы будем ее пробовать, мы уже в это время снимем мясо. Правильно? Правильно. Опача, все. Тихо, как там... На эту сторону. Есть. Такое дело. Не, ну это очень приятно. Ты что, и нержавейка такая красивенькая, а? Смотри, как все хорошо, приятно и с душой исполнено. Что там, Катюня, природа? Угу. А? Прям в меня такая врезается. Природа красивая. Да не в тебя, а на аватара похоже. Да, Марат, что-то в этом есть. Алиночка к нам приезжала, косу свою подсоединяла. Говорит, работает, да. Говорит, работает, короче. Сразу я не знаю, кто ты. А, Камерон, да? Говорит, сразу звонит мне Камерон, говорит, Алиночка в главной роли. Не хотите сняться в 80-й серии «Аватара»? Она говорит, ребята, так снимите еще там 74, потом я в 80-й буду сниматься с вами. А что? Я знаю, что сейчас мы готовы пробовать, а? Только что придумала кое-что. Ну? Этот самый опросник устроить.
Опросник? Да. Это как называется? У наших подписчиков. Соцопрос. Угу. Ну, соцопрос. Ну, я так не могу. Ты мне когда даешь сильно так активно слово, я начинаю смущаться. Ну, ладно. Хотела людей спросить, как они думают, возьмет Марат косенка или не возьмет? Пусть напишут. Те, кто не знает, косенок – это маленький ребенок кошки. Угу. С вот такими глазками. Как это? Герой Инстаграма, наверное, будет. По-любому, елки-палки. Нет, если он, конечно, возьмет его. Но идет такой себе интересный махач. 50 на 50. Угу. Два банка ему, если что, уже отказала. Остался один. Все будет нормально. Ребята, ну вы там пишите. Так давайте попробуем же ваш этот салат. Что вы мне зубы заговариваете этими котятами, косятами, котлетами. Марат, а ты не хочешь, чтобы я врезал? Да врежу же, я со вчерашнего дня ничего не ел. Саты. Бедный. О, аж Миланя поехала куда-то. Я как чеширский кот. Обалдеть. Ты как тот косенок. Смотри. Да? Ага. Марат, и меня возьмешь. Ёбы ВГД. Тут даже резать не надо. Видишь? Это отметины, это порционно. Ну, чтобы по-братски, понимаешь, чтобы всем было не обидно. Ты шо, ребята? О, шикардос. И шо? Хочешь этот... А почему нет? А почему нет? Если шо, это очень вкусный соус на основе хрена. Вкуснячий такой. Шо, Катюша, ты, я вижу, ты смотришь, потому что, наверное, уже хорошо, да? Я думаю, что уже чересчур хорошо. Обалдеть. А ты там себе не наколол попочку сегодня? Да наколол, ёшкин ты кот. Наверное, огурцы выращиваю, наверное, я. Наверное, надо будет лечить тебе ее вечером. Залижешь мне там. Пластырем заклею. Ранку. И шо? И шо, Марат? Не, я хочу салат. Сосиски я в этой жизни пробовал, а вот салат такой первый раз. Когда я был как мальчик юн, я за Одессу вспоминал. Жуя мара в кабаре, я это танго. Услыхал, ах, это танго. Ни я не спел, ни ты не сказал. Давай на камеру. Ничего, зато я солнце поймала. Ты вырвал, говори, что ты хотел сказать. Я вырвала. Все, так и живем, ребята. Я знаю, что он хотел сказать. Что? Что это когда ждешь женщину в гости, и у тебя есть баночка тунца, баночка вот этой вот кукурузки. Ты раз-раз сделал салат и удивил ее. Да, Марат? Хорошо. Салат очень быстрый, да. А если у тебя нет майонеза, что делать? Оливковое масло, подсолнечное масло, любой соус, который есть. Ёлки-палки, мы разжились вилками. Катюня, раритет. Угу. Марат, тебе подходит под усы. Не, у нас же здесь все как это... Это Марат, да? Не-не-не-не-не, это шо? Ну, пожалуйста. А, я думал, я чего говорю, не-не-не, ты уже схватила ложку. Не, возьмите вилочку, мадам. Хорошо. Все, Миланечка, тебя покормим. Ну что ты говоришь, это надо с хлебушком пробовать? Можно, да. Маратик, ну бери. Вилочки такие экономные, много не нагребешь. Но такого салата, в принципе, торопиться не надо, много есть. Катя с ложкой справляется. Фу, я уже перегрелся, сзади так приятно, а я на вилку дую, понял? Угу. Ну, можно было немножко больше огурчика, на мой взгляд. А на мой взгляд, очень даже неплохо. А как по мне, Марат, это самое идеальное, что ты готовил. Да прям. В нашей с тобой жизни. Да я шучу, ребята, просто шедевр какой-то. Это ты мне готовишь? Ну а кому? Спасибо тебе, Серёженька. А говорил, кофе варить не буду. Тебе я хочу зашпаклевать больше, чем кто-либо тебе сделает. Очень, Марат, очень вкусно. И просто. И просто. Бюджетненько. И быстро. Даже не буду рассказывать, что тут что-то хрустит, что-то переливается, что-то дает сладостью, что-то навевает на мысль, где давай, мы это взяли, короче. За в рот мне давай. Выруби телефон, я тебе дам. Давай. Ты что вцепилась жадная? Я говорю, телефон отодвинь немножко в сторону, и я попаду тебе в рот, ёшкин ты кот. Марат, а что вы смеетесь? Уже... Уже весь огород поел салат. Ну, можно мне уже попробовать? Так, конечно, можно. Спасибо. Телефон отодвинь в сторону, и я попаду тебе в рот. Приятного аппетита, любимая. Все нормально? Ты что? Вкусненько. Я и одно, она вместо другое. Я и одно, она вместо другое. Миланюшка. Скажи, салата не дали, так хоть мясо дайте. Куда ты едешь, моя девочка? А? Марат, стейк тебе, стейк мне,
А это кому? Нам пополам. Разрешу. Катиной маме. Идемте, попробуем, что у нас тут получилось. Марат, Джан, давай сделаем этот турнир. Кто быстрее съест стейк? Ого, то это не про меня. Да я тоже не планировал там выиграть. Давай просто... Ребята, приятного аппетита. Катюня, а ну иди покажи. А-а-а! Может, я хлебушком этим прижму? Да, конечно, Сереж. Ты шо то поле костный? Альденте, Марат? Альденте? Нет. Well done? Шо? Ну, я люблю well done. По мне, так он, ну, очень сильно пережарен. Но, знаете, я люблю сырое. Сереж, идите, присоединяйтесь. Серега? Бросай там плитку шпаклевать, иди стейк рубать, вот так вот, о, прямо кулинарный этот. Что вы там говорите? А здесь в серединке получше. Катюня, иди сюда. Ребята, я не знаю, что у вас там, короче, у меня все нормально, посмотри сюда. А? Сочно. А, бульки мощный. Идут, шедевр, все остальное исправит Марата. Ты прям сейчас все хочешь залить? Чего все? Вот так вот немножечко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что, Марат? Миланюшка, моя девочка, иди, солнышко, возьму тебя на ручки. Тут уже, в принципе, у нас все готово. Иди, моя любовь. Марат, Джан, ваше здоровье. Что у меня? Глаза покривило. Что случилось? Такая рюмка. Да ты что, знаешь, что тебе это привез? Вадик. А, точно, я уже все перепутала. Ребята с Киева заезжали, пока ты был в Израиле, липинские раки. Вот привези тебе этот тормозок. Иди, моя принцесса, сюда. Иди к папочке. Иди, моя бубочка. Пошли кушать мясо с тобой. Иди сполосни. Там. Там ты будешь мокрая, иди в раковину. Ты салатик, доедай. Будьте все здоровы. Марат, Джан, будем. Спасибо, родненький, тебе и твоим рецептам. Ёшкин кот, ну это прямо что-то необыкновенное. Шо? Серединка, вот самое. Мясо? Угу. Ну все. А маринад? Слышишь, мы же с тобой тогда вот, когда на привозе встретились, мы же тогда и договорились, что я ем края, а ты ешь серединку. Все. Это просто праздник какой-то. Попробуй. Вкусно? Стейк вкусный? Обалдеть. Марат, Джан, солнышко, дай что-нибудь увидеть. Этот хреновый майонез или майонез с хреном, это просто какой-то шедевр. Что? Не дразни ее. Да пусть ребенок хоть понюхает. А губки-то тянутся, а? Ты пока говорил и пробовал, она делала так. Она когда видит еду, она вот так уже начинает делать. Что? Ты хочешь? Да я дам, подожди. Миланюшка, на тебе детское мясо, хлебушек называется черный. Держи, рыбочка моя. Держи. Обманул, но по-детски может. Друзья, я от всей души с хорошим настроением для вас сегодня готовили хлеб для этого замечательного ребенка. Марат, я детский хлебован. Ну, а может, там кому-то еще и салат пригодился, так что очень не благодарите. Салат. Марат хороший человек. Всем пока-пока. Чао.